Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим рыбный суп. Рецепт родом из 90-х, когда хозяюшкам приходилось очень быстро, недорого, а главное сытно накормить свою семью. У нас получится из одной лишь банки консервов целых 3 литра наваристого рыбного супа. Поэтому ставим лайк, проверяем подписку и погнали! И нам понадобится 1 банка рыбных консервов. Я предпочитаю брать сайру. Можете заменить на горбушу или на скумбрию. Но смотрите сами, выбирайте только по своему вкусу. 250 грамм. Вода 2,5 литра. У меня уйдет 2,5 таких кувшина. 100 грамм рисовой крупы. Картошка 300 грамм. В очищенном виде будет 250. Лук и морковь по 100 грамм. 1 лавровый листик. 15-20 грамм растительного масла. Соль. Обычно для супов соль берется из расчета 10 грамм на каждый литр супа. У нас получится 3-литровая кастрюля, но соли мы берем всего лишь 20 грамм, потому что консерва-то уже соленая. Ну еще добавим 2 грамма перца черного молотого. Начинаем с того, что берем кастрюлю объемом не менее 3 литров. Наливаем туда 2,5 литра воды и отправляем на огонь. Пока вода закипает, мы займемся овощами. Нам их нужно будет почистить, помыть и нарезать. Картошку я предпочитаю нарезать кубиком, лук мелким кубиком. Ну а морковь по желанию, либо мелкий кубик, либо вообще на терке. Овощи нарезаны, но вода еще не успела закипеть, поэтому промываем рис и заливаем его холодной водой. Пусть постоит немножко, пока вода закипит. Рис успел постоять буквально 5 минут. Сливаем воду и добавляем его к закипевшей воде. Варим 5 минут. Следом отправляем картошку и будем уже варить ее до готовности. На это уйдет минут 10. Ну а мы пока поставим сковородку раскаляться, так как сегодня у меня немного пережарки, поэтому я возьму небольшую сковородочку. Ну и пожарим сначала лук, а затем морковку. Важный момент. Когда добавили рис, убавляем огонь до среднего. Ну, у меня 5 минут уже прошло, ввожу картошку. Пассеровка готова. И теперь маленький секретик. Рыбную консерву мы добавляем в пассеровку. Во-первых, нам будет удобнее рыбу измельчить. Во-вторых, она прогреется. И когда мы теплую пассеровку добавим к бульону, у нас не будет большого перепада температуры. За счет этого картошка у нас не задубеет. Thank you.
Готово, рыбку измельчили. Добавляем ее в кастрюлю, а следом отправляем соль, перец и лавровый лист. Перемешиваем, даем прокипеть еще 5 минут, затем огонь отключаем и даем настояться еще минут 10. Готово? Пробуем. Обожаю этот супчик. Это для меня вкус детства. Несмотря на то, что я жила практически на берегу реки, и мы из речной рыбы довольно часто варили уху, но вот этот рыбный суп я люблю гораздо больше и до сих пор его периодически готовлю. Баланс вкуса просто шикарный. Пробуйте обязательно. Рыбный суп готов. Наваристый, сытный. Готовится просто, а ингредиенты стоят совсем недорого. Поэтому берите на заметочку мой рецепт, а мои секретики помогут вам его сварить. Фотоотзывы, как всегда, присылайте мне в директ в Инстаграм. До новых вкусных встреч! Пока-пока!